На 12 августа в Пермском крае подтверждено 78 741 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровело с начала пандемии 69 317 человек, скончалось 3569. По данным оперштаба, на карантине 18 474 прикамца. В Березняковском стационаре с коронавирусом 231 пациент, 617 лечится дома, соблюдают карантин 2325 жителей Березняковского округа. На больничных койках Соликамска с ковидом 172 пациента, 166 из них жители нашего округа. На амбулаторном лечении еще 601 пациент. Тех, кто поправился, уже 2752 человека, умерших 31. Дома на связи с врачами 341 соликамец. Соблюдайте масочный режим, берегите себя.